Погнали! Все к столу! Все к столу, друзья! Все к столу! Пошла жара! Получи! 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 Печка ТВ представляет. Ну ничего, ребят, погодите. Сейчас к вам вернется легенда пустоши. Тогда и поговорим. Легенда пустоши. Хорош костюм, конечно, хорош. Ну давай! 4 ниточки. Штанишки. Ну тоже хорошо. Друзья, всем огромный привет, с вами Харди, и мы продолжаем, и это последний день на Земле. Какая она? Это легенда пустоши. Узнаем прямо сейчас. Погнали, минус 200 провианта. То провиантика уже ушло. Давай посмотрим, что получилось. Соответственно, 60 нашивок. 20 нашивок – это неплохо, да? Неплохо, неплохо. Ну и плюс еще проволока фармится. Финальные 3 ниточки. Да, времени остается совсем мало, но у тебя еще есть шанс забрать этот фантастический костюм. Эффект не сильно крутой, но это первый вообще эффект на шмоте в игре. Соответственно, мы ждем с тобой продолжения. Будут и другие скины с какими-то другими эффектами. Ну и потестим сейчас с тобой, да? Первый обкат, так сказать, возмездие пустоши. Теперь погнали перегонять проволоку. Проволока — это тоже хорошее количество очков. Ну не слабо так, не слабо получилось. 350. Оп, с двадцатки соточка идет. Так, ну что, остается всего лишь 2 нитки. Давай, мужик, пора. Пора, дружище, отдавай костюмчик. И оп, оу, хорошо, да? Блин, давай еще генезис ствол. Вообще шикарно. Получите, мужчина. Я пытался придумать какую-то пламенную речь, чтобы вот прям, ну не получилось. Новый стиль одежды. Ну чё, поехали мстить бомжам на разрушенный корабль-макорабль. Корабль-макорабль, корабль-макорабль. Классный костюмчик. Офигенский костюмчик. Ну и просто легенда Вася Пустоши. И вот она! Мужик в трусах. Ха-ха! Ну да, у нас костюмчика нету. Пойдем отберем. В самом начале видео, да, у меня бомжи отжали шмотки. Пойдем возвращать. Как работает обилка? Все очень просто. Нужен комплект брони, у которого останется меньше 25% хп. Вот этот костюмчик вполне подойдет. Давай возьмем на примере вот этого бегуна. Ну, соответственно. Ничего он себе не наносит, да? А теперь одеваем вот этот костюмчик. Мужчина! Мужчина! И... Хорошо, да? Да скажи хорошо, блин, прикольно, прикольно. Да, это немного, но, все-таки это первый костюм в игре с подобным скиллом. Мы ждем продолжения банкета. Будут еще эффекты, будут еще скины. Ну че, бомжи, блин? Фигово вам, да, против легенды пустоши? А как можно этим пользоваться вообще? Где? Чего? Почему? Я даже не знаю, слушай. Да, 8 урона — это, конечно, немного, но все-таки. Это забавно. Как минимум забавно. Ну и выглядит он ничего так, да?
Мрём хорошо. Я уж молчу про то, что есть две версии. Еще плюс к этому. Конечно, если эффект наносил бы, не знаю, там 20 урона, да? А может еще больше, было бы вдвойне приятно. Мужчина, вы последний. Оп! Хорошо в ухо получил. Мне кажется, этот парень сам себя накажет. Пойдем, мужчина, к кораблику. Помоги разобраться, зомби, они не дают нам выйти. С какими зомби? Вот это что ли? Мужчина, Фокс, хочешь покажу? Без рук. Смотри. Че, серьезно? Ну давай. Очень страшный зомби. Оп, оп, оп. Ха-ха. Отличная работа, с меня причитается. И друзьям расскажи, полностью без рук. Ну чё, давай мне чё-нибудь. О, вот это я понимаю. Вот это достойно, ёл-палы. Прям неплохо. А хочешь, купи ещё? 75 га... Блин, сорян, дружище, золота вообще нету. Прикольный костюмчик, прикольный. Время ещё есть получить, если ты близок. Эффект, конечно, так себе, но всё-таки. Сам по себе скин выглядит красиво, классно, апокалипсистично, да? Ха-ха-ха. Друзья, с вами был Харди. Если понравился ролик, конечно же, оцени лайком. Еще не подписался на канал, подписывайся на канал на Ютубе, на канал ВКонтакте, Яндекс.Дзен, Рутуб, Печка ТВ теперь есть везде. Приходи на стримы, и следующий стрим совсем скоро, буквально вот-вот. Там мы вместе с тобой потестим этот костюмчик, да? Еще где-нибудь посмотрим на боссах, в бункере Альфа. Стримы проходят каждый день на площадке Трова. Ждем нового глобального обновления. Ну и удачи тебе в этом сезоне. Пока-пока.